Hello, my dear. Приветствую на уроке английского языка. Сегодня мы с тобой работаем на страничке 66 нашего учебника. И мы продолжаем с тобой учить части тела. Давай с тобой сегодня выучим части тела жирафика и нашей девочки, которые в принципе переводятся одинаково. Что ж, повторяй за мной. Записывай перевод в свою тетрадочку новых слов. Head – head – голова. Nose – nose – носик. Mouth – mouth – ротик. Eyes – eyes – глаза. Body – body – американизм body. Британский вариант body произносится. Тело, туловище, six, legs, legs, ножки, tail, tail, хвостик, neck, neck, шея, ears, ears, ушки. Теперь давай с тобой поговорим о частях тела девочки. Head – голова, так и остается часть тела, как и у жирафика, так – head. Дальше – рука появляется еще у девочки, сустав полностью от плеча и до кисти. Это arm называется. Так, третье у нас – legs – ножки. Legs. Legs – это тоже ножка, полностью вся длина ноги. А feet называется именно стопа – feet. Feet. Одна стопа – foot, а две стопы – feet. Пять. Toes. Пальчики у нас есть на ножках. Toes. Так вот, пальчики на ножках называются toes. 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 Так само у девочки есть body – туловище. Neck – шея. Hand – рука. Это именно кисть руки. И fingers – пальчики на ручках. Обращаю внимание, пальчики на ручках – fingers, пальчики на ножках – toes. Fingers – toes. Fingers – toes. Полностью рука – arm, сустав руки от плеча, да? А именно кисть руки – hand. Так же самое, как нога – leg, а стопа – foot. Одна стопа – foot, две стопы – feet. Попробуй повторить описание частей тела жирафика и девочки еще раз. Упражнение 3. Послушай и прочитай. One, two. I have got one head. У меня одна голова. I have got one nose. У меня один носик. I have got two hands. У меня две ручки. I have got two legs. У меня две ножки. Прочитай этот текстик и перепиши его в свою рабочую тетрадь. Не забывай писать в тетради число, номер упражнения 4, страница 66. А теперь, что же необходимо сделать в нашей рабочей тетради? Упражнение 1. Fill in and draw. Заполни, нарисуй. Так. И подпиши правильные буквы, пропущенные здесь. В словах. My name is Croc. Меня зовут Крок. Это крокодил. I'm a crocodile. Я крокодил. I've got a big mouth. Ротик пишется как? Еще необходима буковка T для того, чтобы образовался звук Th. I've got big teeth. Зубы. Тоже TH. Нужна еще буковка T, чтобы оказался Th. I've got four short legs. Буква G напрашивается здесь. Legs. Ну что ж, нарисуй крокодила. Упражнение 2. Match – соедини название частей тела с ними. Опять-таки необходимо подписать части тела девочки. Давай с тобой их еще раз переведем. Arm – это рука от плеча до кисти. Hand – это ладонь сама, кисть уже руки. Neck – шея. Body – туловище. Leg – нога полностью от бедра и вниз. Finger – пальчики на ручках. Head – голова.
Toes – пальчики на ножках. Feet – стопы. That's all for now. На сегодня все. Учим новые слова. Читаем текст. Выполняем задания. Goodbye. Увидимся в следующем видеоуроке.